We're gonna learn how to ride the waves. Мы будем учиться, как кататься на волнах, серфинг. Yeah, God's waves. God's на, на Божьих волнах. Okay. See, and this is very important because how we ride the wave depends on how we will live in life. Это очень важно, потому что то, как мы катаемся на волнах, это будет влиять на нашу жизнь. Yeah, I don't know if you ever surf. I never surf. Не знаю, занимаетесь ли вы серфингом? Я не занимаюсь серфингом. Очень трудно серфинговать и остаться на этой доске. And also, if we're at the beach and the waves come up to us, sometimes they knock us down. Иногда, когда мы на пляже тоже стоим вдоль линии береговой, накатывает волна, сбивает нас с ног. And if you're not careful, you know, the undertow of the wave can carry you back out to sea. Ocean, I mean. Ocean, it's that strong. Yeah. И то есть, если вы это возле океана находитесь, то если вы не будете очень внимательны, то у вас вот эта нижняя основа волны может обратно в море унести. So I want you to see how God reveals things to us just like waves. И я хочу, чтобы вы увидели, как Бог открывает нам что-то, дает нам откровение, как подобно это волнам происходит. Because the more we understand how to ride the waves of God, the more we understand how God works. Чем больше мы понимаем, как кататься на волнах Божьих, тем больше мы понимаем, как Он действует, Бог. And it helps give us discernment and discern the times and seasons. И это помогает нам различать времена и периоды, сезоны. And I think that this can make a big difference in how we live our lives. Я думаю, что это очень может сильно повлиять на наш стиль жизни. We can see that we can relate to God more intimately. И мы можем, что у нас мы можем видеть, что у нас могут быть более близкие отношения с Богом. Right? We can find our way more easily in God. Мы сможем более легко увидеть наш путь в Боге. And as we handle different circumstances, we can feel more confident that we are doing the right thing. И когда мы проходим какие-то обстоятельства, мы будем чувствовать себя больше уверенными. And we can also have peace even in the middle of a storm. И также у нас будет мир даже среди шторма. Because God wants us to truly enter His rest. И Бог хочет, чтобы мы на самом деле покоились в Его мире. But how are we at rest in God if the waves are constantly turning us upside down? И как же нам отдыхать в Боге, если волны постоянно нас переворачивают? But if we understand the nature of the waves, then we can maintain our peace and our rest. И если мы понимаем природу этих волн, тогда мы сможем быть спокойными в мире. And why does God want us to be at peace and rest with Him? Почему Бог хочет, чтобы мы были в мире и в покое в Нем? Because then we truly can live more fruitfully. Тогда на самом деле наша жизнь будет приносить плоды. Yeshua said he came to give us life and life more abundantly. Иисус сказал, что он пришёл дать нам жизнь и жизнь с избытком. But how can we live life abundantly if we're constantly tossed around? И как же мы можем жить с избытком, если нас переворачивает вверх и вниз? Because we do know that life will present waves and storms, right? И мы знаем, что в жизни будут волны и будут штормы. But as long as we understand what's causing the waves and the nature of the waves, we can ride the waves. И когда мы понимаем, что такое волна, мы понимаем, как она действует, природу волны, тогда мы сможем кататься на волнах. The key is seeing the wave from far off. Ключ в том, чтобы посмотреть на эту волну издалека. If you see the wave coming, you can prepare for it. Когда вы видите, волна приближается, вы приготавливаетесь. But if you're just blind and don't look to see the waves, they'll overtake you. Но если вы слепы и вы вообще не обращаете внимания, тогда это вас захватит. So the way we see these waves in some cases is like the feasts of the Lord. И как мы смотрим на волны, в некоторых случаях это похоже на праздники Господни. You say, what do waves have to do with feasts? Вы спросите, а какое отношение эти волны имеют к праздникам? The seven feasts we see as a cycle. Мы видим праздники, семь праздников, это они идут по циклу. Right from the cycle of for instance Passover to Tabernacles, we enter into His rest. God does a lot of things in the cycle. Вот начиная от праздника
Песаха и до праздника Кущи происходит много вещей, множество всего Бог делает с нами. And so we're going to see how God works in cycles. И мы увидим, как Бог действует циклично. But I want to give you one challenge before we start. И прежде чем мы начнем, приступим к этому, я хочу бросить вам один вызов. And that is, can you see Messiah in the waves? Это такой вызов. Видите, сможете ли вы увидеть Мессию в этих волнах? In other words, can you see God working in seasons? Like the waves coming in and going out. Видите ли вы, как Бог действует в различные периоды, так же как это, как прикатывают и как бы откатывают волны. So as you think of things in your past. Когда вы вспоминаете свое прошлое. Think how there were different things God was bringing, like a wave leading up to something. And then maybe something disappeared, and then когда maybe it came back. Когда вы смотрите, что Бог вас вел к чему-то, как волна какая-то, вы накат, потом обратно вы уходите куда-то. See, as we apply this learning to the past, we can also help us learn for the future. И когда мы применяем такой подход к прошлому, это нас научит также и в будущем, о будущем. So as we go through the book of Isaiah. И когда мы будем изучать дальше Исаию. I'm not only going to point out commentary, but how it relates to the big picture of the wave. Я не буду только говорить о комментариях, но также той большей картине волн. And we're going to see that each section we have an introduction, and then we'll talk about the scripture, and then the summary. И в каждом разделе у нас будет введение, обзор и затем основная часть заключения. And then we're also going to talk about some of the ways that the rabbis missed Messiah. И затем мы будем разговаривать о том, как почему раввины, как они не увидели Мессию, упустили его. And hopefully I'll introduce some new insight into how you can share with Jewish people how to see Messiah in scripture. И возможно, мне получится рассказать вам, каким же образом какой-то новый способ, как делиться с евреями, как рассказать им о Мессии. On the next page we have the eagle's view of God's waves. На следующей странице у нас идет взгляд орла на Божьи волны. I say this because the eagle sees the big picture. From afar. Я так говорю, потому что орел видит большую картину издалека. See, if we're right, if something is right in front of us, we don't see the big picture. Если что-то перед нашими глазами прямо находится, большей картины нам не видно. But God wants us to have a bigger view. И Бог хочет, чтобы наша перспектива была большая. And the reason I put this in terms of individual chapters is I want you to see the progression. Я хочу, чтобы вы увидели этот прогресс, прогрессию. And hopefully this will serve as a guide to you as you go through different experiences in life. И надеюсь, что это будет путеводителем для вас, когда вы будете дальше идти по жизни. View it as a map. Смотрите на это как на карту. It's like a road map. Как на дорожную карту. Right, you know where you're going if you know where you are on the map. Вы знаете, куда вам надо идти, если вы знаете, где вы находитесь, в какой точке карты. Right, and it also helps you have a sense of where you're heading. И у вас будет чувство направления. So this outline right here is something I hope that you'll come back to. И надеюсь, что этот конспект вы когда-то к нему возвратитесь в будущем. So let's take a few minutes and go through these different waves. И поэтому давайте пару минут уделим этим различным волнам. And then as we go through the different sections of scripture, I think it will help you relate to the specific part of the wave. И когда мы будем изучать различные места Писания, вы сможете определить, в каком месте находитесь вы. And then as you find yourself in different situations in life, you can see where are you on the map. И когда вы будете в различных ситуациях жизненных, вы сами скажете, в какой части карты вы находитесь. And I give you a case in point. There have been different times in my life where God showed me I was at a certain place.
Несколько раз в жизни Бог показывал мне, что я нахожусь в каком-то месте. And it helped me understand where I was going because I found the place in Isaiah where I was. И я понял, куда я иду, потому что я нашел место в Исаии, где я нахожусь сейчас. And it gives you hope when you know where you're going. И когда вы знаете, куда вы идете, у вас есть надежда. It also gives you hope when you know what God is preparing for the future. Также дает вам надежду то знание, что Бог даст вам в будущем. And so we're going to take a look, starting out with the first wave. И мы начнем с первой волны. In that wave, God basically defines a situation. В этой первой волне Бог в основном дает определение, какая ситуация была. And as we know, when God begins to define something, He tests our faith. И когда Бог что-то определяет, Он испытывает нашу веру. So when He introduces a problem, for instance, we know that God has a plan for a solution. И когда Бог говорит о какой-то проблеме, также мы можем знать, что у Него уже есть способ решения этой проблемы. So the first thing God does is He declares a specific problem. И во-первых, Бог говорит, что есть какая-то проблема. Then He prepares us for a solution. Затем Он готовит нас к тому, чтобы разрешить эту проблему. And God says that He is going to establish a new order. И Бог говорит, что Он установит новый порядок. And this is important because God has a specific order. Это важно, потому что у Бога есть определенный порядок. And before God does anything new, He wants to prepare us for the new order. Прежде чем сделать что-то новое, Он готовит нас к этому новому. And so God makes an interesting point. И Бог делает такие очень интересные заключения, замечания. The solution is always found in Messiah. И что решение всегда можно найти в Мессии. But God likes to dramatize His points. И Бог любит драматизировать свою точку зрения. And so that's why He gives us allegory and paints a picture to dramatize a point. Поэтому для этого Он использует аллегории и такие широкие картины, образы. And the prophetic mission is to prepare the way for what God is doing. Пророческая миссия — это приготовить путь к делам Бога. So after the prophet comes, or God gives us a prophetic message, then the test comes. Поэтому Бог дает нам пророческое слово, и затем приходит испытание. Because He tests our faith to see if we will trust Him. Поскольку Он испытывает нашу веру и увидеть, на самом ли деле мы доверяем Ему. So the problem is that that creates a tension. И какая проблема тогда возникает? Это создает напряженность. То есть Он дает нам пророческое вдохновение и решение, то есть уже воплощение Его в жизнь, но это воплощение еще где-то далеко, вдали. Okay, so after this first wave, where God introduces something to us, and then He tests our faith. Поэтому после этой первой волны, когда Бог нам что-то говорит, потом испытывает нашу веру. He then teaches us things about His kingdom. Затем Он начинает нас учить принципам своего царства. And He brings us through a transition. И Он проводит нас через период преобразования, трансформации. And the transition is to help us go from the old order to the new order. Это трансформация для того, чтобы помочь нам перейти от старого порядка к новому. Because we have to understand the past to prepare for the new thing God is doing. Поскольку нужно понять прошлое, прежде чем подготовиться к будущему новому. But we know that we don't always change easily. И мы знаем, что не всегда мы так легко меняемся. So God has to bring us through a process to prepare us for change. И поэтому Богу приходится провести нас через процесс для этих перемен. But He always gives us a hope. И всегда Он дает нам надежду. And that hope is about His promise and about His restoration. И эта надежда относится к Его обетованию и Его восстановлению. Because His purpose is to bring an intimate relationship with Him.
И его цель в том, чтобы привести нас к близким отношениям с Ним. And he wants us to bring us to intimate worship. И он хочет, чтобы наше поклонение ему было тоже очень близким, интимным. And so then God does another interesting thing. Затем Бог еще что-то очень интересное делает. He wants to show us our life in relation to the world around us. Он хочет показать нам нашу жизнь в свете окружающего мира. And so God not only deals with Israel in prophecy, but He deals with the nations. Поэтому Бог разбирается не только с Израилем пророчеством, но также со всем миром. It's like sometimes God reveals to you what's going on with your neighbors. Допустим, Бог открывает вам что-то, что происходит среди ваших окружающих, ближних. Or sometimes he shows you what's going on with your enemies. Или же он покажет вам, что происходит с вашими врагами. So that you put in perspective your life in contrast to those around you. Чтобы вы могли поставить свою жизнь, их жизнь и провести различия между первым и вторым. So God prepares us for the past to bring us to show us the future. И Бог проводит нас через прошлое, чтобы приготовить нас к будущему. And then he puts in perspective our life compared to the people around us. Затем перспективу нам дает нашей жизни и жизни окружающих нас людей. And then he gets to the root of the issue. Затем он добирается до корня вопроса. And so we see, for instance, between chapter 28 and 35, God getting to the root of the issue. И затем в главах 28-35 мы видим, как Бог разбирается с корнем вопроса. And as we go through those specific scriptures, you're going to find a lot of keys to truth. И в этих местах Писания вы можете найти много ключевых моментов к истине. See, God's nature is to address the root. И природа Бога такова в том, чтобы выявлять корень проблемы. But we know that oftentimes we don't want to go to the root of the issue. И мы знаем, что часто мы не хотим добираться до этого корня. As a matter of fact, most people avoid the root. И, кстати, большинство людей избегают этого корня. As a matter of fact, many Christians don't understand the big picture of Scripture because they don't go to the root of God's people, which is the Jewish people. И очень часто христиане не понимают Библию, Писание, поскольку они не возвращаются к корням, а корень это еврейский народ. So God brings us to the root because He wants to correct our vision. И Бог приводит нас к этому корню, чтобы исправить наше зрение, наше понимание. He wants to correct our spiritual vision. Он хочет исправить наше духовное зрение. And he wants us to be able to transition to a more meaningful relationship with him. И он хочет, чтобы мы перешли к более глубоким отношениям с ним, более значимым. And in order to do that, he's got to deal with the issue of faith. И для того, чтобы это сделать, сначала нужно разобраться с вопросами веры, доверия. Because our relationship with God is all about trusting Him. И все наши отношения с Богом основаны на доверии Ему. Because if we don't trust Him, we can't understand what He's doing. Если мы Ему не доверяем, мы не понимаем, что Он делает. And so we have to understand the key issue of what is the root of the problem. Нужно понимать, каков корень проблемы. And oftentimes the root relates to our flesh. И очень часто корень находится в нашей плоти. But God shows us that His kingdom order will prevail. И Бог говорит, что все-таки порядок Его царства будет успешен. And so He deals with internal issues and external issues. И Бог разбирается с внутренними проблемами и внешними проблемами. Right, he deals with the issues inside our own heart. Он разбирается с проблемами в нашем сердце. And then he reveals to us the issues around us. И затем показывает проблемы снаружи, вокруг нас. But don't we know oftentimes we only want to deal with the issues around us? И как часто бывает, что мы сначала хотим разбираться с внешними проблемами. Right, we want other people to change. Мы хотим, чтобы другие менялись. And we want the situation around us to change. Чтобы ситуации окружающие нас менялись.
But God first wants the root inside of us to change. Но Бог хочет, чтобы вначале корень внутри нас изменился. So he prepares us to change first so that we can receive the changes around us. И поэтому нужно сначала изменить нас внутри, чтобы принять изменения внешние. And also, if he can get us to change, также, если только он сможет нас изменить, then we can be part of the solution around us. Тогда мы станем ключом к решению окружающих проблем. Because we're supposed to be the solution in Messiah. Поскольку мы должны быть решением в Мессии. Right? We're supposed to be a light to the world around us. Мы должны быть светом миру. But we can't be a light if we're still in darkness. И мы не можем быть светом, если все еще в тьме находимся. So God brings us through this big process so that we can change first. И Бог проводит нас через этот длинный процесс ради этих перемен. Because ultimately glory will come to Zion. И в конечном итоге слава придет на Сион. And that's God's purpose. Это цель Бога. Now, in the fifth wave, we see something very interesting. Еще что-то очень интересное мы находим в пятой волне. This wave I call a prophetic pause and assessment. Эту волну я называю пророческой паузой и выводы. In other words, God wants to put His perspective in our heart. То есть Бог хочет нам дать свою точку зрения, свою перспективу в сердце. Now you remember I said the first part of Isaiah was the first 39 books. Помните, я сказал, первая часть Исаии это первые 39 глав. So it's interesting that right before the end of the first section. Интересно, что в самом конце этой первой части Исаии. God gives us an opportunity to pause and reflect upon the past. Бог дает нам возможность остановиться и размышлять о прошлом. And I think that this particular area of scripture is one of the most or the least understood areas of scripture. Я думаю, что эта часть Писания, эти места Писания, они наименее понятны в Писании. But if we understand during this pause and assessment what God is doing, it helps us go forward. Если мы сможем только понять во время паузы сделать эти выводы и приобрести понимание, только тогда мы сможем продвинуться вперед. So I say that it starts with a truth test. И поэтому начинается это с испытания на истинность, на подлинность. Because before we can go forward, we have to see if we are receiving truth first. Прежде чем идти вперед, нужно увидеть, приняли мы истину. And then once God reveals truth, и когда Бог открыл истину, then we have an opportunity to respond and confess to Him. Тогда у нас будет возможность откликнуться и исповедоваться. And then we have an obedience test. И тогда будет у нас испытание на послушание. Once we come to the knowledge of truth, will we obey to go forward? Когда мы пришли к познанию истины, будем ли мы послушны и пойдем ли мы дальше? And then there's another test during this assessment. И затем следующее испытание в этом периоде. And that is a test of faith. И это испытание веры. Because God talks about having faith, right? Obeying, having faith and obeying. Так как Бог говорит, сначала нужно иметь веру, а затем слушаться. It's when we receive the test of having faith and obeying that we can go forward. Только тогда, когда мы say it again. It's when we pass the test of having faith and obeying that we can go forward. Когда прошли это испытание веры и послушания, только тогда мы пойдем дальше. And we see that from Isaiah 40 onward, remember there's a new tone. И вы помните, начиная с 40 главы до конца приобретает новую окраску Писания. So from Isaiah 40 to 55, he prepares us for the work of Messiah. И с главы 40-55 Бог готовит нас к делу Мессии, делам Мессии. Because God wants to prepare our heart to receive Messiah and his work. И Бог хочет приготовить наше сердце принять Мессию, принять его дело.
So he starts out in verse 40 talking about a new thing coming. И он начинает с 40 главы говорить, что грядет новое. And it's not only a new work, but it's a work of his triumph. Это не только, не просто дело его, это его триумфальное дело. He wants to give us a perspective that he is a God of triumph. Он хочет дать нам понимание, перспективу того, что он Бог триумфальный. And he also wants us to give us an understanding of what it is to be a servant of the Lord. Также он хочет дать нам понимание, что значит быть слугой Господа. Because God's servants are part of the solution. Потому что Божьи слуги — это часть решения. The first servant was Messiah. Первым слугой был Мессия. His other servants are us, those who have Messiah in our heart. Остальные слуги — это мы, те, у которых Мессия в сердце живет. So as we have received the work of Messiah, we can be part of the solution. И когда мы принимаем дело Мессии, мы также можем стать частью решения проблемы. And what we see God does is unfold. He works in a way that unfolds His solutions. И как мы видим, Бог постепенно разворачивает свое решение проблемы. It's as if He's written a whole book. Это похоже на то, что Бог написал книгу полностью. And the book has mysteries. И в этой книге есть тайны. But as we unfold each page, и когда мы начинаем перелистывать лист за листом, he reveals different parts of the mystery. Он открывает различные части этой тайны. So then he shows us that the answer keeps coming closer and closer, like a wave coming in. Затем он показывает нам, скоро будет ответ, так же скоро, как будет следующая волна. And part of God's wave, и частью этой Божьей волны, is He not only brings redemption to His people, but He brings judgment to His enemies. Является вот что, Бог не только избавляет свой народ, но Он также приносит, совершает суд над своими врагами. And God shows us this picture so that it will comfort us. И Бог показывает нам эту картину, чтобы это нам принесло утешение. And He shows us that His way of peace and liberty comes in Messiah. И Он показывает нам, что Его волна мира и свободы может прийти только в Мессии. And so He wants to draw us closer and closer to Messiah. И Он хочет, чтобы мы ближе и ближе приближались к Мессии. In a way, it's like God courts us the way a man courts a woman. То есть Бог ухаживает за нами так же, как мужчина ухаживает за женщиной. Which is natural because He courts us as if we are His bride. Это естественно, Он ухаживает за нами как за своей невестой. Because we are the bride of Messiah. Поскольку мы невеста Мессии. So He tries to continuously encourage His bride. И Он постоянно пытается ободрять свою невесту. And He tries to prepare His bride to receive Him. И Он готовит невесту к тому, чтобы она приняла Его. And He continues to show us that He is coming closer and closer and closer. И постоянно Он показывает, что Он вот-вот уже приближается, приближается, приближается. Until finally we see, behold, Messiah has come. До тех пор, пока мы в конечном итоге не увидим, вот, сей, Мессия грядет. And not only that He's come in the past. Coming. He has come in the past. Not only that He has come in the past. И Он не только пришел в прошлом. But that He's coming in a very real way. Но Он приходит очень реально, очень по-настоящему. To provide a real solution today. Чтобы дать настоящее решение в наше время, сейчас. Because He wants to reveal Himself to us. Поскольку Он хочет явить Себя нам. And He wants to reveal the things that He's doing today. И Он хочет явить то, что Он делает сейчас. And He wants us to be jubilant and receive Him. И Он хочет, чтобы мы радовались и мы принимали Его. And so we see the final wave dealing about the kingdom of God. И мы видим, что последняя волна концентрируется на Царстве Божьем. That's why I call this wave His kingdom come. Вот почему я назвал эту волну. Да придет Его Царство грядет. He wants us to prepare for what's coming as if it's already come. Он хочет нас подготовить к грядущему так, как будто это уже было. And that's how he prepares us
by making us feel as if we are already living in his solution. И он хочет, чтобы мы уже сейчас жили с тем чувством, что он уже все решил. So he prepares us how to walk in the light of his solution. И он готовит нас, как жить в свете его грядущего решения. The key thing is to be positioned properly. Ключевой момент в том, чтобы иметь правильное положение. And we know when we are driving in a car. Мы знаем, когда мы ведем машину, едем в машине. If we're going to make a turn, we have to get in the correct lane. Если нам нужно будет делать поворот, нужно перестроиться на правильную полосу. Right? If a left-hand turn is coming, we can't be in the right-hand lane. Если нам налево поворачивать, нам не надо быть на правой стороне. And we can't just be in the middle of the road if a turn is coming to the left or to the right. Again. We can't be in the middle lane if a turn is coming to the left or to the right. И мы не можем быть на средней полосе, если потом надо будет поворачивать направо или налево. So God prepares us to be properly positioned. Поэтому Бог готовит нас к тому, чтобы мы заняли правильное положение. And He wants to set our perspectives in the right order. И Он хочет, чтобы наша перспектива была в правильном ракурсе. He wants us to bring our lives into alignment with Him. Он хочет, чтобы наша жизнь она была параллельна Ему. То есть, He wants us to set our priorities right. Чтобы она соответствовала Ему и чтобы наши приоритеты были в правильном состоянии. And so we know that whenever it seems like God is wanting to change our priorities, change our positioning, it's because He's about to do something very, very soon. When He changes our priorities, и мы знаем, что когда Бог изменяет наши приоритеты, and He changes our perspectives, изменяет наши перспективы, and He changes how we are positioned in life, и также изменяет наше положение в жизни, it's because change is coming very soon. Это означает, что скоро придут перемены. And so He wants to make sure that we are just in a perfect place before change. И Он хочет удостовериться в том, что мы находимся в идеальном месте перед тем, как будут перемены. And so it's His grace that prepares us for His changes. И Его благодать готовит нас к Его переменам. And He gives us a promise that those that call upon the Lord will be saved. И Он дает обетование нам, те, которые воззовут имя Господа, будут спасены. But that's just not for eternal salvation. И это не только относится к вечному спасению. It's so that we'll be saved in a particular situation. Но также, чтобы были спасены в какой-то частной ситуации. So if we are in a difficult place, поэтому если какие-то трудности у нас есть, He prepares us to be delivered from that place. Он готовит нас к тому, чтобы мы были избавлены из этого места. But not only to be delivered from that place. И не только быть избавленным из этого места. But how to live in the new place. И как жить в новом месте. One of the biggest problems we face. И одна из больших проблем, с которой мы сталкиваемся. Is not being properly prepared for the next place. Это несоответствующая подготовка к следующему месту. How many times have you seen somebody who's come from a prison? Where he was coming? Coming from a prison, maybe of drugs or maybe of some kind of a problem. Допустим, вы встречаете какого-то человека, кто был в тюрьме или был наркоманом, алкоголиком, место рабства какое-то. So you come out of bondage, but you're not prepared to receive freedom. И поэтому вы вышли из рабства, но вы не готовы принять свободу. It's like criminals that are in jail. Oftentimes they come out and they end up committing the same crime. То есть даже преступники сидят в тюрьме, выходят и потом совершают то же самое преступление. So what happens? They have to go back to jail. Что происходит? Им снова приходится идти в тюрьму. So in many ways, sometimes we're not in a physical jail. И часто бывает и у нас мы не в физической тюрьме находимся. But we're in a spiritual jail. Но в духовной тюрьме. Right, we're in a place of bondage. Месте рабства. But before we can be set free. И прежде чем получить свободу. And not just be set free, but stay free. И не только получить свободу, но и оставаться свободным.
we have to be prepared to live in that new liberty. Нам нужно подготовиться, как жить в этой свободе. And so God knows what it takes to prepare us. И поэтому Бог знает, что нужно для того, чтобы нас подготовить к этому. He knows better than we know. Он знает лучше, чем мы знаем. Even though we think we know better. Хотя мы можем знать, что мы знаем лучше. Можем думать, мы думаем, что мы знаем лучше, но на самом деле он лучше знает. It's just like when the children of Israel crossed over the Jordan. Похоже это на израильский народ, когда он пересек Иордан. And they came into a new land. И они вошли в новую землю. Scripture says it was a way that they had never been before. И как Писание говорится, они никогда не проходили в том месте. So how can you live in a place you've never been before? И как же вам жить в том месте, где вы никогда не жили? You have to be prepared. Вам нужно быть готовыми. Now we know from the testimony of the children of Israel in the wilderness. И мы знаем, исходя из истории израильского народа в пустыне. God tried and tried and tried to prepare them to live in faith. Бог пытался готовить их жить в вере. But they had a problem living in faith. Но у них постоянно возникали проблемы с жизнью по вере. God doesn't want us to have the same problems. И Бог не хочет, чтобы у нас были такие же проблемы. He wants us to be prepared for a life of faith. Он хочет, чтобы мы были готовы к жизни веры. So we're going to see that Isaiah serves as a roadmap to help us prepare and live a life of faith. Поэтому мы можем увидеть, что книга Исаия это как дорожная карта, чтобы подготовить нас, как жить жизнью по вере. So we first look at wave number one. И сейчас мы переходим к первой волне. And here we have an introduction of how God prepares, defines the situation. И вот мы здесь можем видеть, как Бог определяет ситуацию, проблему. And he gives us a little test of faith. И дает небольшое испытание веры. You'll notice how God has little tests and big tests. Вы заметите, как Бог сначала организует большие испытания, потом маленькие испытания. Right? The little tests are to prepare us for the bigger tests. Маленькие испытания для того, чтобы подготовить нас к большим испытаниям. So, поэтому in the first chapter we see God introduces a problem. В первой главе мы видим, как Бог описывает проблему. The problem was that God called a people, but they rebelled against him. Проблема в том, что Бог призвал народ, но они восстали против него. Think of yourself as a father or a parent. И подумайте о себе как об отце, как о родителе. Who's given birth to a child? Вы рождаете ребенка. But the child cannot behave properly. Но ребенок себя ведет неправильно. So the parent has to discipline the child. Поэтому родителю приходится дисциплинировать его. Because the father knows that the child cannot be an adult if he's not disciplined. И родитель знает, что ребенок не будет готов к взрослой жизни, если его не дисциплинировать. So that's what we see the first wave is all about. И вот в чем суть этой первой волны. It's as if God says to the child, "Welcome to the world." То есть родитель говорит ребенку: "Добро пожаловать в мир." But you're going to have problems in the world. Но у тебя будут проблемы там. But I've got a solution. Но у меня все же есть решение. There's only one thing about the solution. И хочу еще добавить о решении проблемы. You have got to participate with me. Что тебе нужно принимать тоже участие вместе со мной. So in the first several chapters. И поэтому в первых нескольких главах. God talks about his people, the people of Zion, having some issues. Бог говорит о своем народе, о том, что у его народа были проблемы. But he has a prognosis, a solution. И Бог делает прогноз или решение дает проблемы. And he says that they need redemption, hope, and salvation. И он говорит, вам нужно искупление, надежда и спасение. But there's good news. И есть благая весть. The good news is found in Messiah. И благую весть можно найти в Мессии. Because it is through Messiah that we have redemption. Потому что благодаря Мессии у нас будет искупление. And it's through Messiah that we can have the kind of relationship that God envisions. И благодаря Мессии у нас будут те взаимоотношения, которые Бог желает.
But as I say again, the big thing is we have an opportunity to participate in God's plans. И как я сказал, что у нас есть возможность принимать участие в планах Бога. And that means that we have to be taught His ways. И это означает, что нам нужно научиться Его путям. We have to walk in His paths. Нам нужно ходить Его путями, Его дорогами. And we have to engage. We can't just be still. И нам нужно также принимать участие. Мы не можем быть пассивными. We also have to be purged of our sinful ways. Также нужно нам принять очищение от наших греховных путей. And we have to worship God according to His ways. И нужно поклоняться Богу так, как Он того желает. Because if we follow our own ways, it is going to lead us into problems. Если мы будем ходить своими путями, это приведет нас к проблемам. But God wants us to avoid the judgment that comes from creating our problems. И Бог хочет, чтобы мы избежали этого суда за эти проблемы, которые мы сами на себя навлечем. And He wants us to escape from a state of bondage. И Он хочет, чтобы мы избежали этого состояния рабства. And it's important that we understand what the state of bondage is all about. И очень важно понять, что же такое это состояние рабства. It's a state of being in sin or not living according to God's ways. Это состояние жизни в грехе или же просто не жить Божьими путями. It's a state of not being in alignment with God. Это состояние, когда вы не живете по Божьи. It's like if you have a problem with your back. Похоже на то, если у вас какая-то проблема с позвоночником. And you need to go to a chiropractor to get your back in alignment. И вам нужно пойти к тому, кто вправит вам позвоночник. We have a lot of pain if our back is not in alignment. И очень боли много у нас будет, если наш позвоночник будет искривлен. So God acts as a spiritual chiropractor. И поэтому Богу также нам приходится духовно кости вправлять. And it makes sense because Messiah is the great physician. И это составляет смысл, потому что Мессия — великий врач. So, God not only wants us to be healthy, Бог хочет не только нашего здоровья, but He wants us to be pleasing to Him. Но того, чтобы мы приносили Ему удовольствие. Just like a parent looks at a child as not only wanting to behave for the child's sake, but to bring joy to the parent. Даже вот как в случае с родителями ребенка, не только наблюдать за его дисциплиной, но также, чтобы ребенок приносил радость родителям. But it takes wisdom to be pleasing to the parent. И нужна мудрость. Как же угодить родителю? Как же принести радость? That's why God says so often in the Proverbs that wisdom is the important thing. Вот почему Бог так часто повторяет в притчах, что мудрость главное. And through Isaiah, we see how God trains us to have wisdom. И через Исаию мы видим, как Бог готовит нас к этой мудрости, как ее получить. And it's through that wisdom that we will live fruitful, productive lives. И благодаря этой мудрости наша жизнь будет продуктивна. And it's through that wisdom that we experience the salvation of Messiah. И благодаря этой мудрости мы испытаем спасение Мессии. Because God truly wants us to walk in experiencing His salvation. И Бог хочет на самом деле, чтобы мы жили, чтобы мы в жизни испытывали Его спасение. See, experiencing His salvation is experiencing His triumph. И переживание Его спасения — это переживание Его триумфа. Because if He has won the battle for our salvation, then we should be living in the victory. Если Он победил в битве за наше спасение, тогда Он приобрел победу. But how often do we see people that have even received Messiah, but they're not walking in the victory? Но как часто нам приходится видеть людей, которые приняли Мессию, но они не живут в победе? Because they're not walking in His wisdom. Поскольку они не живут в Его мудрости. And if we're not experiencing the victory, we're not bringing joy to God. Если мы не испытываем победу, тогда мы не приносим радость Богу. And so Messiah came not only that we should have life, but a fulfilled life. И Мессия пришел для того, чтобы у нас была жизнь, не просто жизнь, но жизнь с избытком, наполненная. And a fruitful life. И плодоносная. And He wants us, He has called us to help other people
come into his fruitful life. И также он призывает нас, чтобы помочь другим прийти к этой плодоносной жизни. So if we understand his process, we understand how to bring other people into fruitfulness. Если мы понимаем его процесс, тогда мы поймем, как помочь другим прийти к этой плодовитости. And so we're going to start from the beginning and see how God declares the problem and his outline for his solution. И поэтому мы начнем сначала, увидим, как Бог определяет проблему и решение. And so it's interesting how God speaks from the standpoint of being a father. И интересно, как Бог начинает говорить с точки зрения с положения отца. And he says, I've nourished and brought up children and they have rebelled against me. Verse? In chapter 1 verse 2. Во втором стихе я воспитал, возвысил сыновей, и они возмутились против меня. See, God's whole standpoint is all about relationship. И чего пытается достичь Бог? Самое главное — взаимоотношений. Most people don't even understand the love of a father. Большинство людей даже не могут понять, что значит любовь отца. So God starts out by making a point of him being a father who loves his children. И поэтому он начинает с того, что значит любовь отца к сыновьям. And he specifically says how he has nourished his children. И в частности он говорит, как он питал своих детей. Meaning he has cared for his children, he has fed his children. Он заботился о своих детях, он питал их. And he has loved his children just like a father loves his children. И любил их, как отец любит детей. And one thing that I see in this generation. И то, что я могу увидеть в этом поколении. We don't know the father's love. Мы не знаем, что такое любовь отца. Because many of us have been brought up by fathers that may not have loved us like God the Father. И, возможно, многие из нас выросли, воспитали нас отцы, которые не любили нас так, как любит отец Бог. So if we don't understand the Father's love, how can we understand our relationship to Him? Поэтому, если мы не понимаем, что значит любовь отца, как же нам понять, какое отношение нам иметь к Нему, к Богу? And so it's interesting that He says. He continues in verse 3, the ox knows the owner and the donkey its master's crib, but Israel does not know and my people do not consider. И вот затем в третьем стихе он говорит: вол знает владельца своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. So it's interesting, he compares us to oxes and donkeys. Он сравнивает нас с волами и с ослами. Because even oxes and donkeys, by instinct, they know the relationship of one to the other. Даже волы и ослы знают, какое отношение имеют к господину. In other words, the ox knows where he comes from, and the donkey knows where he comes from, but we, as God's children, don't know where we come from. То есть волы и ослы знают, откуда они пришли, но мы, как Божьи дети, даже не понятия не имеем. And even a donkey that is supposed to be stubborn. И даже осел, который должен быть упрямым. He knows where he comes from. Знает, откуда он родом. So God wants us to know where we come from. We come from Him. И Бог хочет, чтобы мы знали, откуда мы родом, что мы от Него происходим. But so it's interesting. He says they don't even consider. They lack understanding. Verse. Well, that's my notes from verse 3. Uh-huh. They don't consider, they lack understanding, and they don't distinguish or discern. Они даже не различают, они даже не понимают, не разглядели они. Нет у них понимания. And so what happens as a result? И что в результате происходит? We live in sin and we violate God's commands. Мы живем в грехе, и мы нарушаем заповеди Бога. And that's why it says in verse 4 that we are a people laden with iniquity. И поэтому в четвертом стихе говорится, мы народ, обременённый беззакониями. And this is important because in many Christian areas. И очень это очень важно, потому что очень часто в христианстве
They talk about how man was created with an original sin nature. Говорят о том, что человек был создан с первоначальной греховной природой. But God did not create us with an original sin nature. Но Бог не создавал нас с первоначальной греховной природой. He created us with free choice. Он создал нас со свободой выбора. And iniquity, that word is all about having a tendency to sin and rebel. И слово беззаконие это означает тенденцию к греху и к бунту. Right, God created us in His nature. Бог создал нас по своей природе. But we make choices. Но мы сделали свой выбор. That's why it says we are laden with iniquity and we are children who are corruptors. Поэтому сказано, народ обремененный беззакониями и сыны извращенные, погибельные. We have forsaken the Lord and provoked Him to anger. То есть мы забыли Бога и мы спровоцировали Его гнев. So the problem is our problem, not God's problem. Поэтому проблема это проблема наша, это не Его проблема. So He sees that we're sick. Он видит, что мы больны. And He relates that to our body, the head being sick, the heart being sick, and the soul being sick. И он говорит о том, что наше сердце больно, наша душа больна, наше тело больно. And that's why he said there's no soundness to it. И что нету здоровья даже. Now, one way to understand this. Все в язвах, все в ранах. И как мы можем это понять? Is on a personal way, but also on a group way. Мы можем это понимать лично, как бы на личном уровне, но также на коллективном уровне. So God, if God is trying to give you a message, если Бог пытается вам что-то сказать, донести до вас послание какое-то, He may lead you to the Scripture. Он, возможно, поведет вас в Писание. And He may be trying to give you the problem. The problem being their sickness. That maybe he's saying you have a problem, you're sick. Он, but maybe he's saying there's a bigger problem. Maybe he's saying there's sickness in the camp, in the group, in the country, in the city. Также он может показать вам, вот может существовать проблема, либо у тебя проблема, либо проблема более таком широком уровне в обществе, не знаю, страна. See, in this sense, when he's saying the head is sick, he's meaning the head of Israel is sick. It's verse. Вся голова в язвах. Это может означать, что весь Израиль в язвах. So he's comparing he will compare the kingdom of Israel to the he will talk about the whole people being sick because the head is sick. И о народе израильском он говорит, что весь Израиль в язвах, потому что голова в язвах. So maybe he puts you in a position and he brings you to Isaiah 1 and he says the head is sick. Возможно, он вам даёт этот стих, говорит: голова вся в язвах. Maybe he's trying to give you a message that maybe the head of that particular organization or maybe it's a job, the workplace, maybe the head there is sick. И может он вам пытается донести послание, слово о том, что голова этой организации или ну, то есть голова главный, он болен, он в язвах. This is just a way to introduce you to how God speaks in metaphor. Это один из способов, как Бог говорит метафорами. And so by understanding that the whole head is sick, if the head is sick, then every part is going to be sick. То есть если вся голова в язвах, тогда все остальное тело также в язвах. And so if, for instance, the head of an organization is sick, it's going to fall, and the rest of the organization is going to be sick. И если глава организации болен в язвах, то вся остальная организация больная. That's why he says, for instance, in verse 7, your country is desolate. И, например, дальше в 7 стихе, земля ваша опустошена. And he says, your cities are burned with fire. Города ваши сожжены огнем. In other words, the whole land has fallen into corruption. То есть вся земля извратилась. And so the whole land is decaying. Вся земля как бы разлагается.
And so what does he say? He continues in verse 7, strangers devour your land. Затем он продолжает в 7 стихе, поля ваши съедают чужие. In other words, the land is ruled by strangers. Или другими словами, чужие правят на вашей земле.